always do 没理由就要你做我女友谁都没机会就要占据你的心不会拒绝我 So where are you? Come to my party 因为我知道你才就是人群里的焦点眼光太高不能怪我要让大家看到你 see 我当然这不全是我的目的我要爱你的人都羡慕没错请你接受我的表白要知道我从不会被拒绝我相信你和我是天生的一对、yeah. I'll be your big girl for喜怒太无常泪该怎么释放大笑的人欲盖了弥彰Отличная работа. Ты так здорово спел. Потрясающее выступление. Правда? Где Джон Басюй? Он еще не пришел? Нет, я его не видела. И Джин-Джин пропала. Где моя девушка? Джин-Джин! Я здесь! Я здесь! Это ты? Да, я. И что? Где моя девушка? Отпусти меня! Ты слышал? Я никогда не видел такого богатого китайца, как ты. Хочешь увидеть свою девушку? Ты принес деньги? Я просто хочу ее увидеть. Хочешь ее увидеть? Посмотри. Джин-Джин. Ты хочешь ее увидеть, да? Джин-Джин. Хорошо, хорошо. Хорошо. Я увижусь со своей девушкой и отдам тебе деньги, хорошо? Нет, нет. Сначала дай мне деньги, потом пойдешь к ней. Ясно? Я не обману. Я обещаю, пожалуйста. Дай мне деньги. И я ее отпущу. Вот, мой банковский счет. Хорошо. Я дам. Я дам вам деньги. Быстрее, у тебя нет выбора.
Ты получил деньги? Да, они у меня. Отлично. Не спеши. Оставь это мне. Я не забуду тебя, мой богатый друг. Пойдем. Джин-Джин! 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 Я такой беспомощный. Даже огня боюсь. Джин-Джин! Не бойся. Я здесь. Я быстро. Идем. Скорее! Let me see, 为什么那么多人阻碍你呢？ 无所谓谁攻击阻碍我，不要求那样吗？ 没有一个人比你更了解自己。 未来不是别人为你而累积创造的变态，来不了靠自己。 Wow, 很多人来质疑我的实力。 绞尽脑汁毁我，却让我写成了歌词动力。 I don't care if you don't give a damn about me. 目标就是第一遍。 все хорошо. 不相信我证明给你。 说实话真没关系。 自己一人也不错。 那些烦恼忧伤。 我一个人也不会放弃，最后希望哪怕依然走在无人街上，看着那大街上，相信福的生活每一天。也不错，依然。我才发现之前每天的那些抱怨，浪费了很多时光，痛真的心疼，才我们都已是了那个最纯洁的心了吧？敞开心扉，接受困难，勇敢面对一切吧。
Не нашел? Это похоже на голубое пламя? Не дразни меня. Я знаю, что это моя вина. Прости. Я не могу найти алмаз. Но могу его заменить ракушкой. Она некрасивая. Как она может заменить алмаз? Это же подарок твоей мамы. Ох. Тогда что нам делать? Ты тоже не можешь его найти. Я поищу. Я найду его. Тебе так нравится бриллиант? Раз так рвешься его найти. Я могу купить другой. Я изо всех сил старался найти. Я рисовал эскиз от чистого сердца, а тебе все равно не понравилось. Ты такая неблагодарная. Я зол. Я очень разочарован. Ты же знаешь, я не это имела в виду. Тогда спрошу еще раз. Ты примешь эту ракушку? Да, приму. Я уже говорил тебе. Я не принадлежу этой планете. Я прилетел с другой планеты. Как только я встал, я использовал силу своей планеты и направил ее на эту ракушку. Когда возьмешь ракушку, ты найдешь сюрприз. Попробуй. Я думал, ты не хочешь его. Кто сказал, что не хочу? Так ты передумала? Ян Джен Джен, почему ты передумала? Однажды я совершила ошибку. Но не хочу повторять ее во второй раз. Я хочу сохранить свое счастье. Я хочу тебе сказать. В тот момент, когда ты наденешь это кольцо, я, Джен Басюй, обещаю, что буду всю жизнь нести за тебя ответственность. Но ты должна пообещать, что никогда не оставишь меня. Я не только останусь с тобой, но сделаю тебя самой яркой звездой на небе. Ян Джен Джен, ты иногда бываешь такой жадный. Как ты мне за все отплатишь? Буду с тобой до конца жизни. Этого достаточно? Да. Да, достаточно. Я люблю тебя.
把剩下的日子我会珍惜，不想只让你做回自己。其实我都懂，是我不想去揭穿他。Отлично! Потрясающая песня! Она побила рекорд по скачиванию синглов в стране за 3 месяца. Самый быстрый рекорд в 1 000 000 загрузок. Рекорд спроса на трансляции и просмотров в соцсетях. Бесчисленные рекорды. Этот клип действительно неплох. 40% кадров уже были в новостях. А остальные 60 покажут позже. Но основным героем стал Басюй, который и вправду в то время спасал Джень-Джень. Это самая горячая тема в новостях. Удивительно. Я слышал, это идея Ян Джень-Джень. Впечатляюще. Он хорош. Но это не наше дело. Как наш артист. Джей-Джей тоже хорош. Его лучший хит сейчас входит в 5 лучших музыкальных чартов. Это правда, что его песня не может попасть в заголовки, как Басюю. Но его песня очень хороша, ему не нужно быть в новостях. Эксперты в этой индустрии высоко оценивают его певческие способности. Даже тот придирчивый критик. Угун. Да, Угун. Он написал о нем статью с заголовком «Новая надежда китайской поп-музыки». Отличное выступление Цзэжуя в конкурсе привлекло внимание некоторых зарубежных компаний. Я лечу в Америку, чтобы связаться с ними и узнать, есть ли шанс на дальнейшее сотрудничество. Во время моего отсутствия вице-президент Ду будет ответственна за компанию. Пожалуйста, помогите вице-президенту Ду и позаботьтесь о Star Entertainment. Хорошо, конец встречи. Президент Чан. Хорошо. Поехали. Я думал, ты не поедешь в аэропорт. Поехали. Почему ты мне не сказал? О чем? Это важная операция. Кто-то должен о тебе позаботиться. Как ты узнала? Ты вправду не считаешь меня своей семьей? Ты так долго скрывал. И переживал в одиночку. Ваньцянь. Можешь меня простить? За что? Раньше я делал много ошибок. Но... Я понимаю. Ты делал это ради меня и Сяо-Сяо. Можешь пообещать мне кое-что? Что? Когда поправишься, напиши мне песню. Хорошо. И... Я одобрила заявление об отставке менеджера Ман. Ты не против? Я сказала Сяо-Сяо, что мы полетим в Америку, чтобы увидеться. Она очень счастлива. Она была так взволнована, что не могла спать всю ночь.
мы наконец можем собраться вместе. Привет, Джен-Джен, как дела? Поужинаем вместе? Хорошо. Ты готова? Они здесь. Президент, Васи вернулся. Васюй, Тянь, госпожа Ян. Папа! Здравствуйте, президент Чен. Ладно, присаживайтесь. Ты... понимаешь, что Басюй чуть не умер из-за тебя? Ты совсем не чувствуешь свою вину? Она признается в этом прямо мне в лицо. Невероятно. Потому что я его понимаю. На его месте я бы тоже побежала его спасать. Звучит трогательно. Но кто в это поверит? Пап. Я верю. Ты... замолчи! Неблагодарный ребенок. Слушай, я не собираюсь одобрять эти отношения. Президент Джен, я знаю, что я вам не нравлюсь. Я также знаю, что мне нужно совершенствоваться. Я не против, я буду навещать вас каждую неделю. И вы увидите мои усилия и прогресс. Что? Ты будешь приходить каждую неделю? Одного раза было достаточно. Хочешь злить меня каждую неделю? Пап, с этим ничего не поделать. Она упрямая. Как только она приняла решение, тебе уже не спрятаться. Я жертва. Тянь, пожалуйста, приведи Джен-Джен в сад прогуляться. Хорошо. Президент Джен, увидимся на следующей неделе. Ты это видел? Ты это видел? Она в восторге! Она хочет злить меня каждую неделю. Что это значит? Над чем ты смеешься? Хватит, пап. Не сердись. Впереди долгий путь. Может, когда-нибудь мы расстанемся. Правда? Когда? Дай мне подумать. Думаю, не в этой жизни. Что ты несешь? Пришел злить меня? Я уже говорил раньше. Ты кажешься злым, но у тебя доброе сердце. И в последнее время это очень сильно заметно. Откуда ты знаешь? Кто тебя знает лучше меня? Джен-Джен, я так рада тебя видеть, сестра и Жан.
Ты говорила с моим отцом? Он такой страшный, я его боюсь. Я слышала, вы с Басим разработали долгосрочный план вторжения. Если выразиться коротко, относиться к нему нежно и терпеливо, с улыбающимся лицом и решительным умом. Баси, так повезло с тобой. Ты его носишь? Дай-ка посмотрю. Так красиво. Баси сказал тебе, что это бриллиант от моей мамы. И он сам нарисовал эскиз этого кольца. Тебе идет. Уверена, в скором времени вы победите его. Он обязательно тебя примет. Я тоже. Я уверен в вашей победе. Вперед. Пап, ты видел мой новый клип? И все? Одна строчка? И что? Я даже строчку еле-еле выучил. Пришлось много послушать. Ты плохо поешь. Это моя первая работа после того, как я стал независимым музыкантом. Я приложил много усилий. Думаю, я проявил себя. Теперь те, кто смотрел на меня свысока, смотрят на меня иначе. Но часть заслуги принадлежит Ян Джинджене. В целом, ты прав, но я не хочу слышать ее имя. Хорошо. Я не буду называть ее имени. Если честно, ты очень предвзят к ней. Это потому, что ты ее плохо знаешь. Но после того, как ты увидишь ее достоинства, Ян Джинджень тебе понравится от всего сердца. Ты должен ее узнать. А еще у нее отличное деловое чутье. Она способная. Она говорила со мной о чем-то вроде беспроигрышного маркетинга. Это сводило меня с ума. Но если вы все же посидите и поболтаете, вы обязательно хорошо проведете время. Сынок, прекрати столько болтать. Неужели я слишком строг к тебе? Почему ты не можешь просто делать, что я прошу? Я могу пообещать тебе что угодно. Но не могу отказаться от Ян Джинджень и пения. Хорошо. Две важные для тебя составляющие. Ян Джинджень и музыка. Сынок, ты должен понимать, что я уже не мог. У меня не так много энергии, чтобы делать так много дел каждый день. И моя память, разум и мозг деградируют. Больше всего меня беспокоит то, кому передать компанию Лайсен. Мы нарушили эту традицию в поколении твоего дедушки. Я изо всех сил старался ее сохранить. Как мы можем снова нарушить эту традицию? Почему ты не можешь пообещать мне такую мелочь? Это так сложно? Честно говоря, я понимаю твои беспокойства. Я спрашиваю себя, я настолько непослушный, раз никогда не делал того, что ты сказал. Но потом я понял. На самом деле, мы никогда не нарушали традиции в нашей семье. И она всегда передавалась. Ерунда. Что значит не нарушали? Мы не передавали компанию поколениями. Отцы и сыновья были врагами. Теперь это имеет смысл. Я приведу тебе пример. Дедушка хотел, чтобы ты изучал науку, но ты предпочел заниматься бизнесом, а не учиться. Ты начал свой бизнес, когда учился в средней школе. Ты продал все, что мог, в результате заработал больше, чем дедушка. Почему твой дедушка тебе это рассказал? Что он имел в виду? Он хотел доказать, что отцы и сыновья враги? А сын никогда не идет по отцовскому пути? Это традиция, передаваемая в нашей семье Джен. Как это может быть нашей традицией? Папа, каждый отец надеется, что его сын унаследует его карьеру, когда вырастет. Но не каждый хочет пользоваться статусом своей семьи, потому что у них есть свои мечты. Они надеются найти свой собственный путь. Мы
включая меня, никогда не теряем духа, настойчивости, упорства и... никогда не сдаемся. Так же, как голубое пламя, которое тебе нравится. В нижней части алмаза есть сердце. Будь то красный, зеленый, синий или фиолетовый алмаз. Независимо от места происхождения, размера, цены и чистоты. Что не меняется, так это сердце, спрятанное в алмазе. Думаю, это настоящая традиция, папа. Что думаешь? Ты прав. Ты во всем прав. И все понимаешь. Потому что ты мой отец, а я твой сын. Ты своровал это у меня? И что? Хорошо, я разрешаю. Так ты не отстаешь от молодежи. Живя в такой семье, я каждый день чувствую себя молодым. Я люблю тебя, папа. Я тоже тебя люблю. И Ян Джин Джин я люблю. Но тебя больше. Президент, вы... Тянь, присаживайся. Я думал о том, действительно ли Басюй вырос. Да, он стал более зрелым. Я должен позволить ему жить по-своему и не моя первая работа. Это моя первая награда. И еще одна. Ты не можешь положить его сюда? Почему? Это место семейных достижений. Зачем там фото со мной? Правда не понимаешь? Нет. Ты должна быть там. Нет, я же сказала, не надо. Ян Джин Джин, ты настолько глупая. Правда не понимаешь, почему я хочу поставить туда это фото? Самое большое достижение в моей жизни... это ты.
так долго вместе, а ты по-прежнему тормозишь. Никакой романтики не дождешься. Тогда почему ты такой претенциозный? Это претенциозность? Это романтичность, понятно? Как можно нарушить такую хорошую атмосферу? Поцелуй меня, я тебя прощу. Не убегай! Тебе так сложно меня поцеловать? Да. Но мы же уже целовались. Нет. Серьезно? Ладно, посмотрим, насколько тебя хватит. Голова не кружится? Почему ты убегаешь? Знаешь, это самый милый, самый застенчивый и самый очаровательный момент с тех пор, как я тебя встретил. Подойдите, прервитесь ненадолго. Я хочу представить вам нового директора управляющего отдела Star Entertainment. Боже мой, это она! Джин Джейн. Добро пожаловать. Спасибо вице-президенту. Я вернулась не одна, но и привела вам большую знаменитость. Басюй? Басюй! 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 Достаточно! Я очень рад с вами увидеться. Я по вам скучал. Кто это? Разве это не мой Басюй? Почему ты вернулся? Видимо, вам здесь было очень хорошо без меня. Вы ведь не скучали, верно? Абсолютно. Эта сторона мне в тебе и нравится. Привет. Это мое сокровище. Когда вас не было, мы поженились. Но не провели церемонию. Это из-за вас нам пришлось отложить церемонию. Вот. Дорогая, раздавай приглашение. Держите. Держите, держите. Держите. Вот. Приходите. Приходите на нашу свадебную церемонию. Джин Джейн, ты вернулась. Басюй. Басюй. Я написал новую песню. Может, снова посоревнуемся? Этого недостаточно. Знаешь, почему я вернулся? Чтобы продолжать мучить тебя и остальных. Но теперь ты мой старший. Я пришел позже, так что я твой младший. Позаботься обо мне. С возвращением. Просто здоровайся. Зачем руки пожимать? Он как слащаво. Ладно, хватит. Возвращайтесь к работе. Джин-джин. Будет интервью. Мы должны скорее найти Басюю ассистентку. Приступай. Хорошо. Дорогая, Джейн-Джейн вернулась. Она знает свое дело. Нашему сыну нужно попить. Спасибо, Джейн-Джейн. Мы пойдем. Мы пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы специализируетесь на искусстве? Почему развлекательная компания? Я с детства люблю музыку. Музыка и живопись – это искусство, они связаны. Поэтому я хочу устроиться на работу, связанную с музыкой. Подойдет любая работа. Но мы ищем ассистента. Поэтому работа будет тривиальной. Это не страшно, я справлюсь. Я буду усердно работать.
Она хорошая. Выбери ее. Спасибо. Мы свяжемся с вами. Хорошо, спасибо.